29 сентября 2023 год. Смотри, наша красавица вылезает, кровавая луна. Сегодня полнолуние, кроме того, луна в перигее. Но я приближать не буду, в этом нет смысла. Очень большая, сильная дымка. Резкости тут лучше не будет. Ну, а так, по-моему, тоже красота. Кроваво-красная луна. Выползает из-за горизонта. Запорожская область возле города Орехов я нахожусь, ну так, чтобы ориентировочно представлять себя. Все-таки, когда на фоне растительности, мне кажется, гораздо эффектнее это выглядит. Сейчас еще МКС будет пролетать. Международная космическая станция. 42. 40, через 5 минут будет. Я, наверное, разобью файл видео на две части. Ты посмотри. Вон, смотри, кратер. Ой, ну вот это все, что можно сделать. Ну, выше поднимется, будет гораздо четче видно. Сейчас просто плотные слои атмосферы Земли, причем еще и пыльно очень, еще и влажно. Ну, это просто фильм какой-то, бра. Вампиров, да? Оборотней. Разве нет? Красотища какая, я в шоке просто. Краснючая. Что там? Пергюнд. В пещере горного короля в голове у нас. Ніхто не зна, ніхто не знайде, де сховався місяць не знайде. Ей, стріляй, моя рушниця. Или ще таке. Так, я, по-моему, собирався розбити файл на два, да? I got a ticket to the moon. Наверное, надо делать это прямо сейчас и будем ловить уже МКС. 29 сентября 2023 год.